Прошло много лет с исчезновения великого воина Арамуса. После себя он оставил лишь пару боевых перчаток, артефактов несказанного могущества, наделявших владельца силой, способной двигать горы, если верить сказаниям. Также после себя он оставил дочь Галли. Она нашла перчатки, положив начало событиям, в результате которых она окажется в огромной опасности и в компании надежных защитников. Это... Нолан. Колдун мудрый и могущественный, чей язык не менее остер, чем его ум. Его таинственный спутник Калибретто. Боевой голем несказанной силы. Гаррисон, некогда бывший правой рукой Арамуса, а теперь поклявшийся любой ценой беречь его единственную наследницу. И разбойница, рыжая Моника, которая из друга может быстро превратиться во врага. Вместе они отправились в путешествие по Срединным землям, защищая Галли от тех, кто пытался завладеть ее могущественными перчатками. Нолан, задавшись целью узнать как можно больше о мане, что питает магию и технологии мира, стремился найти загадочный остров Полумесяца, где, по слухам, должны были найтись огромные запасы маны. Когда до острова оставалось уже рукой подать, герои поняли, почему об этом регионе так мало известно. Чего ты ждешь? Отстреливайся! Из чего? Это корабль-невидимка. Что ж его все видят? Да сделай хоть что-то! Чуть что, так сразу я! Не ценят детишки, как им со мной повезло. Нас берут на абордаж! Галли, уходи с палубы. Ты помнишь, что я покрепче тебя? Снова лезут! Левый борт! Эй, нет! Галли, что? Галли! Сейчас все понял! Ну что, рыжая, остались только я и я. Всегда так.
Лучше. Ты уже несколько часов отдыхаешь. Похоже, я была несколько не готова к тому залпу. Мне приснилось? Или ты выпрыгнул с корабля, чтобы меня поймать? Так и было. А как мы оказались здесь целыми и невредимыми? Нолан. Он открыл портал, мы в него упали и оказались на земле с незначительными травмами. А что стало с ним самим? Нам неизвестно. А Гаррисон? Моника? Гаррисон тоже провалился в портал. Моника, похоже, пропала, и Нолан вместе с ней. Тогда вперед! Они могли пострадать! Гаррисон уже отправился на поиски. Ты уверена, что в состоянии двигаться? Голова немного кружится, но нельзя терять ни минуты. Жить буду. Сначала дай мне подлечить твои раны. Потом найдем Гаррисона. Thank you.
Во время боя нас всех прикрыло от пушек. Это было так? Ты бы ради меня то же самое сделал. Возможно, но результат был бы печальнее. Ты храбрая девица, но не забывай, мы все еще не понимаем всей силы перчаток твоего отца. С ними нужно быть осторожнее. Но у меня не было выбора. Да, пожалуй. Полагаю, он пытался сказать спасибо. Ты нашел какие-нибудь следы Моники или Нолана? Нет, и деревня эта, похоже, всеми брошена. На горизонте с востока что-то светится. Может, город какой-то? Нужно посмотреть, что там. Если они выжили, то наверняка туда и направились. Если? Что ты хочешь сказать? Нолан спас нас. Он в состоянии спасти себя с Моникой. Ты, конечно же, права. Пойдем искать их. Да вы присаживайтесь. Чем могу?
По стаканчику? Заходите, не стесняйтесь. Что принесли? Воды. Доброй охоты. Ты городской кузнец? А вы вообще кто такие? Какой невежливый способ приветствовать путников. Вы просто не в курсе, как мы тут живем. Потому что путники. Полагаю, нам придется быстро освоиться. Ага. Чтобы выжить на этом богами забытом острове, нужна толстая шкура. И, надеюсь, молоток у тебя тяжелый. К слову о забытых островах. Как вас всех сюда принесло? Мы летели мимо, но попали в пиратскую засаду. Похоже на правду. Только не пираты это никакие. Это обычные бандиты, что уж там. Обычно они только пыжатся, но в последнее время прилично нас достали. Бандиты, значит. На кого они работают? Они ж бандиты. На самих себя в основном. Хотя в последние месяцы они ведут себя странно. Меньше дури, больше организации. Мы уже тут даже волноваться начали. Наши друзья отстали от нас во время боя. Мы думаем, они либо их схватили, либо знают, где их искать. Нам нужно с ними поболтать. Поболтать, значит? Вчера на рассвете приходила к нам пара дохлятиков. Мы их по южной дороге прогнали. Пойдете туда, думаю, найдете своих друзей. Если не найдем, кто-то об этом сильно пожалеет. Вы там смотрите в оба. У них должен быть лагерь где-то в тех краях. Кто там? Я буду здесь. Thank you.
далее мы нашли бандита, которого вы прогнали. У него с собой было письмо, которое мы не смогли расшифровать. Ну-ка, посмотрим. Чернила еще свежие. Что-то про какое-то древнее оружие. Что-нибудь еще? На остров прибыли чужеземцы. Это все осложняет. Чужеземцы? Осложняет? Это он про нас, что ли? Сложно сказать. Но тут определенно упоминается железная застава. Так, что это и где это? Самое серьезное военное укрепление к югу от снегов. Оно давно пустует, но последнее время бандиты там активно шныряют. Мы заперли северные городские ворота, чтобы кто-нибудь туда не забрел по глупости. Вот ключ. Вы вроде крепкие ребята, но на всякий случай... У меня в продаже может найтись пара надежных клинков на случай, если запахнет жареным. У местных тоже полезные вещи могут найтись. Поспрашивайте, а вот что найдете. Если вам откроют двери, конечно. Чего нужно? Осторожнее там.